Үтегінен күндік әрәтшілер бі тәйге бұй жоқ ұсқай беріні көріғуд. Бүгінгі тәхарі бұдығары күннеті көрі үйірімет бәріден бәркі білер сірбет автовокзал тұғынан кепсеқ бі. В далеком 1982 году распахнул свои гостеприимные двери автовокзал города Якутска. То есть в этом году мы отмечаем нашему автовокзалу 40 лет. Ну, говорят, что это не юбилейная дата, но мы говорим так, что наш автовокзал – это уже взросленький, абсолютно взросленький человек самодостаточный, и который, я надеюсь, служит на благо наших горожан, гостей столицы. Вот. Ну и, соответственно, конечно, он и растет, и развивается, как и должно быть. Вот. За 40 лет, конечно, здание претерпело многие изменения. Это и в своем внутреннем значении, и снаружи, потому что время идет, архитектурные моды городские меняются, и, соответственно, вслед за этим успевает меняться и сам автовокзал. Ну, надеюсь, что за все эти годы, как бы для наших пассажиров, для наших жителей, гостей столицы, были созданы комфортные условия для того, чтобы подождать автобус, приехать из какого-то другого города или района, переждать непогоду в ожидании своего рейса. Здесь, в принципе, все по всем нашим нормам российским, все требования наших пассажиров учтены. Да, в этом году Республика Саха-Якутия и город Якутск существенно обновили свой автобусный парк. Я думаю, вы все видят за моей спиной, какие красивые, новые, комфортабельные автобусы пришли на смену старых тружеников дорог. И при этом Республика открыла и сертифицировала, в общем-то, можно сказать, три новых маршрута. Это Якутск-Намцы-Хатырык, это Якутск-Покровск-Максугалох и это Якутск-Берздегестях. Казалось бы, что эти маршруты были и раньше, в сторону Намцев, в сторону Покровска. Но сегодня эти маршруты перевозки людей осуществляются, как и по всей России, на комфортабельных автобусах, с кондиционерами, с багажными отделениями. Продажа происходит здесь, на автовокзале, и можно купить билет непосредственно в автобусе, можно купить билет онлайн, можно купить через кассу. То есть для пассажиров можно, в принципе, как угодно, как удобно, так, в общем-то, и совершать свои поездки. При этом можно приобрести билеты заранее и не задумываться о том, что хватит вам места или не хватит. То есть вы можете спокойно за неделю, за две приобрести билет и гарантированно уехать в комфортабельном автобусе в ту точку, в которую вы планируете путешествовать. Диспетчер – это не только хороший голос, это умение еще оперативно принимать решения. Бывает так, что вот как сегодняшние непогоды, которые в Якутске происходят, у нас, допустим, направление Намцы-Покровск из-за сопок, из-за подъемов на горы, они встали. Диспетчер должен оперативно с автотранспортным предприятием отработать, оповестить пассажиров и так далее, и так далее, и так далее. То есть оно, ну, это нужно делать быстро и не только, чтобы был хороший голос, но еще и умение. Помимо тех маршрутов, которые Республика запустила уже, я их обозначил, три маршрута, также с открытием ледовой переправы начнется движение автобусов от здания автовокзала до здания железнодорожного вокзала в поселке Бестях, не Нижний Бестях. Но при этом совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства мы ведем активную работу, чтобы в зиму запустить еще маршруты. Это в сторону Чурапчи, Усть-Майи и так далее. То есть мы прорабатываем эти моменты. Там есть определенные, тоже есть технические сложности, это сертификации дорог, там сертификации автостанций, которые необходимы, чтобы были на пути движения автобусов. Но я думаю, что эта вся работа будет в ближайшее время проведена, завершена, и наши пассажиры смогут комфортабельно, не рискуя в нелегальных такси, на хороших автобусах перемещаться по нашей республике. Конечно, мы постарались создать максимально комфортные условия для наших пассажиров, тем более очень много перемещается по республике. Это люди пенсионного возраста, это семьи с маленькими детьми. И поэтому на автовокзале у нас работают и пункты горячего питания –
работает комната матери ребенка, камера хранения. Ну, в общем, созданы максимально те условия, которые должны быть на автовокзале республиканского значения. Ну, тем более, что это прописано в федеральном законе номер 16. Мы обязаны соблюдать эти все нормы и требования. Соответственно, есть и аптечный пункт, и первая медицинская помощь может быть оказана пассажиру. То есть, ну, в общем, мы постарались создать максимально комфортные условия для наших посетителей, гостей. Мы достаточно успешно и много лет работаем с нашей муниципальной компанией ЕПАК. Вы видите, какие красивые автобусы у них в этом году появились. Здесь у нас есть комната отдыха для водителей. Мы в этом году ее обновили, отремонтировали. Вот, где водители питаются, принимают горячее питание, отдыхают. Здесь они проходят межрейсовые осмотры, делают техники, проверяют машины, делают уборку, чистоту наводят, чтобы как бы пассажиры всегда были в комфортных, чистых условиях. Все здесь это осуществляется. Но медицинские осмотры, конечно, водители проходят по месту отправления на своих автопредприятиях. Вот. Ну а здесь как бы они поддерживают в автобусах чистоту и здесь на месте осматривают техническое состояние своих красивых коней. Говорите? Покровск. Покровск сегодня не будет 11:30, а после обеда, если на 7 часов пойдет, узнавать надо, да. Потому что из-за погодных условий. В 1984 году я пришла в центральную диспетчерскую станцию, которая была на проспекте Ленина. Она и сейчас там существует, Ленина 7. Простым диспетчером. Потом я закончила Красноярский транспортный техникум. Ну и уже там была начальником смены эксплуатации автомобильного транспорта. У нас была специфика. Работала начальником смены. Исполняла временные обязанности директора ЦДС. В 97-м году так получилось. Может быть, я работала бы до сих пор. А тут мы уехали просто с Якутска, потом вернулись. И вот я уже вернулась на автовокзал. Работаю с 2011 года, 11 лет в этом году. С диспетчером, администратором. И опять сейчас вот пришла в свою любимую стихию диспетчера. Работа с пассажирами, смена работ, ну, работа транспорта. Когда вы устраивались на работу, то требования же? Голос или там быстро? Ну, вы знаете, раньше нет. Это было в 1984 году, у нас стояли дистоны. Мы общались не с клиентами, сколько с водителями автобусов, отмечали рейсы. Тогда подъезжали, водители подъезжали определенные рамки, и мы просто на дистоне отмечали. А диспетчерская была у нас на такси еще, да. Мы менялись. И там сидели, прием заказов на такси, исполнение, отправление. Трудности, наверное, непонимание пассажиров, что мы стараемся объяснить. Вот видите, да, допустим, даже вот пассажиры всякие бывают у нас, но мы как-то уже стараемся все это сглаживать. Потому что почему вот автобуса нету? Задерживаются. Стараешься объявить, что идет задержка рейса до прибытия автобуса. Кто-то понимает, кто-то нет. Кто-то тебя может и... Просто у кого-то может быть плохое настроение. Да, 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 да. Но работа такая, что надо вот... Потому что мы сидим 15 часов, смена у нас 6 утра. Раньше было и 3 диспетчера, 3 кассира, справка отдельно, камера хранения отдельно. Сейчас все это вот у нас на троих возложено. Коллектив у нас хороший. Ну, из коллектива вот осталась я. Уже вот 11 лет. Ирина Гавриловна у нас сотрудник тоже. Коллектив хороший. На Якутский автовокзал я пришла на работу 1 июня 1983 года. Проработала на автовокзале 30 лет. Из них 20 лет была председателем правкома. Коллектив автовокзала очень дружный, очень трудолюбивый.
очень внимательные и как к пассажирам, так и друг к другу. Работали все на 100%. Старались, чтобы каждая копейка была в кассе. Ходили на посадку, садили пассажиров, чтобы не брали безбилетных пассажиров водителей. Здесь объявления часто делали для того, что есть свободные места, чтобы люди подходили, приобретали билеты, поскольку вокруг автовокзала много было такси. Люди могли ехать и не знать о том, что есть свободный билет, поэтому делали объявления. Естественно, что были у нас и праздники. 8 марта, Новый год, День автомобильного транспорта, коллектив праздновал. В летнее время делали субботники. После субботника выезжали на природу. Жарили шашлыки, общались, были с нами баянисты, пели песни. Очень было весело и хорошо, как и раньше было. Первое время, когда еще были помоложе, ездили на сбор капусты, картошки. На автобусе садились и ездили, работали там. Садили озеленение вокруг автовокзала. Сейчас, что растут деревья, это посаженные нашими руками. У нас коллектив был сугубо женский почти. Мужиков совсем в последнее время не осталось. Один был дворник только у нас, а остальные все женщины. Поэтому приходилось все делать своими руками. И грузить, и подметать, и все делать. Но был, конечно, очень тяжелый случай, когда был пожар на автовокзале, когда горели эти киоски. Это было очень страшно. Очень страшно. Я позвонила тогда в энергосбыт, чтобы вырубили свет на автовокзале, поскольку нужно немедленно было тушить до приезда пожарных. Но это осталось на всю оставшуюся жизнь, этот шок. Ну, что хочу сказать. Сейчас я уже почти 10 лет на пенсии. После того, как ушла на пенсию, наш руководитель Тужинова Клавдия Ильинична, которая самое большее время работала на автовокзале, она приглашала нас, ветеранов, интересовалась, как живем, в чем нуждаемся. И после нее пришла Готовцева Саргелана Ивановна. Хочется сказать ей огромное спасибо за то, что мне даже не пришлось с ней работать. Но она насколько тепло и заботливо относилась к ветеранам автовокзала. Она нам дарила цветы. Она нас поила чаем. Она интересовалась о нашей жизни. Поэтому дай Бог ей здоровья и всего самого наилучшего. В 81-м году, когда при открытии автовокзала я пришла сюда узнать, может быть, я смогу здесь работать, потому что мне нравилось вообще транспорт и работать на транспорте. И меня взяли сюда работать. Я сначала работала дежурной по залу. Была такая ответственная работа, что я ходила по залу и работала с пассажирами. Потом они посмотрели, что я умею работать с людьми. И они мне предложили работать диспетчером. Но до того я сначала работала на строителе. Там был маленький вокзал. Туда я сначала пришла. Потому что здесь еще только доделывали вокзал. Меня там, значит, я пришла, меня начали учить, как объявлять, как работать с документами, как все. И я там училась. Пришла сюда, я уже все это знала, и меня поставили диспетчером. И я отработала на автовокзале 35 лет. Также я работала председателем правкома и дежурной по залу. И старшим диспетчером работала. И работала я до 2016 году, когда мне исполнилось 70 лет. И вот тогда я только ушла отсюда вот, на пенсию. И сейчас я уже не работаю, вот с 16 года сижу дома. Я очень скучала, очень переживала, мне хотелось идти на автовокзал. Тянуло меня, потому что столько лет отработать.
Ну, сейчас я уже втянулась, я уже мне и дома хорошо. Мне очень запомнился момент, когда я сидела, работала, и утром пришел автобус Максоголоха. И он, значит, прибегает и говорит: «Кира Михайловна, вот здесь вот сумку оставили». Ну, примерно вот, так, вот такая сумочка. И говорит: «Что мне делать с ней?» Я говорю: «Ну, оставь, говорю, я не знаю, я его поставлю, может, сейчас прибегут, да заберут ее. Ну, значит, сижу, и уже время идет к вечеру, прибегает женщина, такая вся запыхавшая, вся красная, глаза горят, говорит: «Ой, я, говорит, оставила, не знаю, то ли в автобусе, то ли где, сумку. Такую, говорит, сумочку, она полная денег. Я, говорит, Волгу хотела купить». Я говорю: «Какая она сумочка-то, какого цвета, какая, что?» Стала спрашивать у нее. Ну, вот она мне говорит: «Коричневая с молнией». Я говорю: «Хорошо, сумочка у нас». И она и забирает, такая довольная ее, и это самое, уходит. На следующее утро приходит этот водитель, я ему говорю: «Сережа, вот сумочку твою забрали, а там полная сумочка была денег. Ни он, ни я туда не слезли, конечно. Не люблю я это, смотреть чужие вещи». Он говорит: «Ой, лучше б я свой карус, говорит, утопил в озере». Мы так смеялись после этого. Но она вот, женщина, это взяла эту сумочку. Представляете, она при мне ее открыла, там вся сумка полная денег. Вот это я так сильно запомнила. Так что вот. Ну, а что еще-то? Ну, там всяких разных историй. Я уже даже и не могу вспомнить. Они... Бывает всякое. Тут то одно оставят, то другое оставят. То выйдешь, там что-то поможешь пассажирам. Спрашивают, то позвонить просят, то еще что-нибудь. А еще у нас был случай, у нас взорвался автобус на перроне. И тоже я работала. И взорвался газ на автобусе. И этот баллон прилетел в диспетчерскую. Я вот здесь сидела, вот здесь было окошко. И у нас стояла такая панорама. Она показывала, когда автобусы идут. И в этот прямо вот в этот окошко, через большое окошко, через вокзал, он прилетел в этот... И прямо взорвался здесь, вот около, в мое окошко. Это тоже вот я сильно запомнила. Так мы все испугались, нас сразу вывели всех на улицу. Вот это тоже было в мою смену. Страшно было. И так же, как Екатерина Дмитриевна говорила, у нас очень дружный коллектив был. Мы всегда поддерживали друг друга. Мы всегда собирались здесь. Все праздники мы проводили. Ездили на речку, ездили, ну, везде отдыхали. Очень хорошо. Даже мы ездили все вместе, ездили по ягоды, по грибы ездили. Очень хорошо. Прямо вот я всегда вспоминаю с такой добротой всех. Очень хороший был коллектив. Очень... Был хороший у нас директор Клавдия Ильинична Тужинова. Она такая хорошая женщина, она нас всегда поддерживала, всегда относилась с душой. Мы до сих пор с ней, она уехала в Улан-Удэ, мы до сих пор с ней переписываемся. Очень хорошая женщина. Я считаю, что у меня эта трудовая книжка, она почти вот только эта запись и все. Больше ничего у меня нет. Она вообще тоненькая-притоненькая. Одни записи и благодарности. Там всякие. На доске почета я висела. Тут у нас было транспортное это предприятие, и там вот на улице висела моя фотография. Много благодарностей у меня. И есть от Трансстроя, от этого благодарность. Так что у меня... Ну, нормально я отработала свою, я считаю, что очень хорошо я отработала. Всегда поощряли меня, всегда было на глазах, везде участвовала. Так что Катя у нас всегда пела, я танцевала, танец живота.